Австрийское правительство может ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявил канцлер Кристиан Керн. Соответствующий закон может быть принят уже 6 сентября. При этом глава республики отметил, что поток мигрантов в последнее время снизился. Но в случае политических изменений на Ближнем Востоке и в Северной Африке количество беженцев может вырасти. Напомню, в марте этого года правительство Австрии приняло решение об установлении лимита в 37 500 заявлений на предоставление убежища. На данный момент к процессу допущено уже более 24 тысяч человек. В случае превышения квоты власти не исключили закрытие границ для ограничения людского потока, а также депортации мигрантов по упрощенной процедуре.